знаешь, мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмошников. Мусору попадут, если в деле водос. Будет замес, не закос. Эй, мусор, лови разнос. У мусору попадут. Здорово. Вы ничего не употребляли? Употреблял. Что именно? Водку, коньяк, пивом это полирнул. Причина остановки какая? Причина остановки, у меня ориентировка на вашу машину. А ну багажи ориентировка. Встанет. Ну вот человек сейчас позвоним, сотрудник. Сейчас вы подъедете сюда. Давай. А это такая есть ориентировка? У вас. Посвечнее. Службово посвечено. Сейчас отдаю. На приколе? Где? Езжайте. Слева и друг. Да не, друг, ты мне службово посвечено показывай. Дай камеру. Ладно, это. Уважаемый, останавливаем. Я говорю, сюда иди. Я что, должен за тобой бегать или что? Это ты вот это беспределе здесь, а ты? Просыпайся. Службовое посвечение. Ну, да уже маску можешь не одевать, 550 и нарушенный. На камеру я вам не покажу. Я говорю, будешь показывать, не ты буду. Понял или что? Ну, во-первых, не ты, а вы. Я говорю, кто ты такой, друг? За что ты меня остановил? Я говорю, у меня позвонил сотрудник. Кто тебе полиции. Позвонил, блядь? Супруга тебе позвонила? Мне что, руководителю твоему сейчас прямо звонить или что? Звонитесь. Алло, я говорю, службов. Быстрее, подъезжайте, быстрее. Слышь, алло. Ваше можно службово? Вы знаете, что вам запрещено на посту спать? Вы знаете? Я не сплю. Не сплю? Я это ты кошмаришь людей здесь за знак стоп-контроль? Нет. В смысле ты? Я ж вам не тыкал. Ты, я говорю, мусор или кто ты? В смысле мусор? Прямом. Ты можешь сделать по закону что-нибудь? Я могу. Можно ваш? Да. Лагода, Артем Витальевич. Все, вы дельничный, да? Да. Службовый. Я на камеру, я вам не на камеру. Ты что, дебил или что? Выражайтесь там. Я говорю, ты дебил? Я не вижу, вот это, к вот этому человеку будет уважение. Я к нему не могу ничего применить. На данный момент ты какая-то... А что у тебя с форменным одягом? В смысле? Форменным одягом. Ты 718 приказ читал? Летняя форма одежды. Ты 718 приказ читал, дядя? Летняя форма. Я говорю, одежды. Ты читал. Причина остановки была какая? Ориентировка на вашем. Покажи мне эту ориентировку. Ну, сейчас приедет сотрудник полиции. Какой, блядь, сотрудник приедет? На Шкоде? Да. Они тебе позвонили, что я бухой? Вот вам и... Вы уже даже сами догадались. А, ну пусть едут, сейчас они еще втык получат. Давай, показывай. На видео я не приеду. Я говорю, показывай. Будешь ты страдать, будет страдать, блядь, весь райотдел из-за тебя. Не делай. Говорю. Я говорю, покажи мне. На камеру я вам не покажу. Я говорю, будешь показывать. Я говорю, будешь, дядь, будешь. Я тебе еще раз объясняю, ты будешь показывать. Ты выполняй закон о полиции, а то я на хер бы мог бы положить на тебя, показывай. Ну убери пальцы, пойму. Вот что, у меня вопрос. Ты вчера в ночь был здесь, вечером? Нет. Ты был? Я сегодня в ночь. Ну вчера ты был в ночь? Нет. Это Леня, что ли, был? Наверное.
Вы тут кошмарите людей за 3.41, постановление выписываете? Ну, конечно. Выписываете? Сможешь мне выписать? Вы что, не проехали? Но... Я на него проеду, я тебе сейчас, я сделаю круг еще, даже если у тебя будет тут видео, хоть 1000 видео. Попробуешь выписать? Получится? Ну вот так вот, ну, скажи, да или нет, получится? Вот... Водительское мне предъявит, техпаспорт предъявит. И все, вот так просто, да? А ну давай, я сейчас помогу человеку, посмотрим, как ты попробуешь выписать постановление. Давай? Не надо, не мешайте мне работать. Да ну успокойся, мужик. Артем. Блядь, тебе так водительское будет пока. Резник, метро Артемович, полицейский... СРПП. Реагування патрульної... Поліцейське зреагування патрульної поліції. А що патрульна? Подожди, ти ж СРПП. Так у нас пишеться, патрульний зреагування. Все, тепер я тебе не буду оскорблять. Чо ти... От що, у мене вопрос? Ти вчора в ночь був здесь, а вечором? Ні. Ти був? Я сьогодні в ночь. Ну, вчора ти був в ночь? Ні. Та Льоня, що ли, був? Наверно. Вы тут кошмарите людей за 3.41, постановление выписываете? Ну, конечно. Выписываете? Сможешь мне выписать? Вы что, не проехали? Но... Я на него проеду, я тебе сейчас, я сделаю круг еще, даже если у тебя будет тут видео, хоть 1000 видео. Попробуешь выписать? Получится? Ну вот так вот, ну скажи, да или нет, получится? Ну, водительское мне предъявит, техпаспорт предъявит. И все, вот так просто, да? А ну давай, я сейчас помогу человеку, посмотрим, как ты попробуешь выписать постановление. Давай? Не надо, не мешайте мне работать. Да ну успокойся, мужик. Артем. Добрый день. Я вам помогу. Смотрите, вас пытаются, тут обычно разводят на знак 3.41. Ну там, стоп-контроль. Иди сюда, Артемка. Иди сюда, ты остановил человека, иди сюда, пожалуйста. Человек едет с супругой, с ребенком. Бажазара, полицейский, СРПП, КПП, полицейский. Документы пока мы не показываем. Если а, надо будет юридическая помощь, мы вам бесплатно сейчас и адвоката еще предоставим. Смотрите, там знак 3.41, вот, стоит. Ви порушили статтю 122 частину першу. Що так от, Артем? Без зупинки проїзд заборони. Ну, треба було зупинитися на знак. Так, а там знака стопа не було. Як це не було? Вон знак стопа. Такий же самий, як от через знак стоїть. Ти знаєш, коли він встановлюється? Давай я буду за чоловіка розказувати. Ти знаєш, коли вони встановлюються? І от ти смотри, ти зараз вже зарані обвинив чоловіка о том, що він порушив 62-ю. Статью Конституции Украины еще никто не отменял. Понимаешь? Никто не отменял. Это первый момент. Ты не можешь 121-ю сейчас, ты 121-ю сказал инкриминирующим. Ты не можешь ему инкриминировать 121-ю, пока у тебя не будет решения суда. Родной мой, понимаешь? Я ж тебе говорю, простой люд, вы можете остановить. Я ж тебе говорю, давай вместо этого водителя ты попробуешь мне выписать постановление. Я тебе что, должен постановление выпрашивать? Нет. Понимаешь? Я должен выпрашивать. Человек не будет водительского показа до тех пор, пока ты не начнешь розыск справы. От А до Я. Пошли с 278 и закончили 282. Так все, водитель, проезжайте, пожалуйста. Хорошего как? А ты не можешь его отпустить? Ты знаешь, что это будет дисциплинарка? Я так скажу. Я по-человечески отпускаю многие автомобили. Да что ты говоришь? А ты знаешь, что этот знак незаконного стоит? Ты знаешь? Что я по-человечески. По-человечески? Это я тебе просто говорю, если меня не было здесь, все, сейчас бы ты в мандячу. Поверьте, нет. Я говорю, да. Знаешь, почему ты это сделал? Потому что я тебя заставляю сделать по закону. Все, счастливой дороги, до свидания. Благодарю. Давай, все нормально. Водос Харьков, YouTube канал. Твоя машина, Сиера, чё без номеров? Чё нарушает? Не моя машина. Где пацаны на Шкоде? Пусть едут сюда. Я сейчас звоню. Они что, бессмертные или что? Они решили прикольнуться? Так я сейчас вернусь туда, я им сделаю прикол.
Конечно, они прикололись над тобой. Они ж не полные идиоты, надеюсь. Ну они решили, чтоб я тебя это... О, тут еще спрятана машина. Так можно, как вас зовут? Как меня зовут? Вадос. Вадос Харьков, YouTube канал. Зайди, посмотри, что там происходит. Понимаешь? Тебя прикололи, ты понимаешь? Они не полные идиоты, чтоб сюда ехать. Они понимают, чем для них это все закончится. Все, смотрите. Я извиняюсь. Вот это другое дело. Остановил. Ну, конечно, давай я сейчас 5 минут скажу. Друзья, мы находимся в ПГТ Кирилловка. Правильно? Это же ПГТ у нас? Поселок городской. Село Лиманское. Село Лиманское. Мы оказались здесь не просто так, так как тут много было жалоб на данный пост. Вы уже много, наверное, роликов посмотрели по этому посту. И вот Артем немножко, чуть-чуть, ну не в ту степь зашел. Как бы так он нормально, наверное, парень, но немножечко знаний не дотягивал. Вот его коллега, допустим, вот этот, это без проблем вообще, без всякого. Если вас будут кошмарить в Кирилловке, там в любой точке Украины, обязательно вам нужно вступить в чат Telegram «Надзор Харьков». Ссылочка будет в описании. Ну, а мы погнали дальше. Артем мужик, извинился, признал свою вину. Как бы я это очень ценю, поэтому к нему вопросов больше не будет. Ну, а мы погнали дальше. Все, всем пока.